Приветствую вас, уважаемые подписчики и зрители моего канала. С вами я, Георгий Славенко, и вы на канале «Сделал сам, делюсь народом». И хочу с вами поделиться еще, как я решил еще одну проблему. Можно сказать, говняную проблему. Все это было зашито. Вот. Это я уже разобрал. Вот стояк канализационный. И вот здесь внизу, ну еще остатки мыли, но все равно остатки дерьма остались. И честно говоря, когда я все это увидел, то думал, все, весь туалет будет в дерьме. Потому что я живу на 4-м этаже, а надо мной еще 6 этажей. И представляете, если все это дерьмо нафиг хлеванется, то по этой трубе будет, ну... Очень сильно переживал. Поэтому хочу с вами поделиться, что переживать не стоит. Если нормальные сантехники, даже если не сильно очень нормальные нафиг, то это все делается очень просто. Причина была в чем? Причина была в том, что вот в этом месте, вот эти муфты стояли вверх ногами. Как они, конечно, умудрились это сделать, я, честно говоря, даже не могу представить. Ну, наверное... Вот эту трубу поставили, ну не в эту, а тут была труба, поставили вверх ногами. И понятно, что не внутрь заходила слив, а заходил с этой стороны. И он под это, естественно, попадал и здесь вытекал. И в итоге получилось то, что получилось. Как видите, дерьмецо тут было. Ну, вовремя. Хорошо то, что я тут устанавливал вот эту раковину. Я... Ролик вам выложил, посмотрите, как ей установить раковину для мытья рук после туалета. Как говорили в анекдоте, говорит, нас в институте учили после того, как сходил, руки мыть. А нас, говорит, учили на руки не ссать. Ну, все равно, в туалет сходил, надо руки помыть. Вот для этого поставили такую раковину. Так вот, хорошо, что поставили раковину, естественно, здесь. А, ну даже не столько, ну да, раковину ставили. Здесь получалось, что вот здесь подсоединяли мы, и, естественно, надо было разобрать. И когда разобрали, то поняли, что здесь что-то течет. Так что, ничего сложного нету. Если у вас такая проблема возникла, то, во всяком случае, вы загляньте, может, там у вас тоже уже... течет, а вы даже не догадываетесь, что у вас оно течет. Поэтому замена происходит очень-очень даже просто, без каких-либо больших потерь. Ну, конечно, здесь будет немножко. Ну, во всяком случае, еще раз, дерьма здесь не было. Вот не было дерьма. Ну, делали это все, конечно, где-то после часа. То есть народ разошелся. Был на работе. Ну, обед, конечно, но на обед, наверное... Обедают они на рабочем месте. Фастфудами. И поэтому испражняются тоже там. Ну, чуть-чуть подтекало. Чуть-чуть. Так, водичка чуть-чуть текла. Но это, наверное, чисто тут руки помыл. А ну, туалет как будто бы никто не ходил. Все. Поделился с вами. Надеюсь, мой опыт вам будет полезен. Так что с вас подписка. Лайк. Колокольчик, чтобы не пустили мои ролики. Ну, с вами был Георгий Славянко, и вы на канале «Сделал сам». Поделись с народом, что я успешно и стараюсь делать. Всего доброго, до встречи на моем канале.